Также здесь, на базе регионального центра спортивной подготовки, состоялся республиканский чемпионат по стрельбе из лука, посвященный национальному празднику ЗУЛ. По регламенту к участию допускались только лучники в национальных костюмах, девушки и мужчины. Соревновались в точности в несколько туров. Стрельба проходила у мужчин с дистанции 30 метров, у девушек 25 метров. Данные соревнования у нас проходят ежегодно. Они посвящены калмыцкому национальному празднику ЗУЛ. На этих соревнованиях у нас обязательное условие – это наличие национального костюма. И стреляет дистанции в зале – это 30 метров мужчины, 25 женщины. Это обусловлено тем, что параметры зала позволяют только до 30 метров стрелять. А так, в соответствии с правилами национальной стрельбы из лука Республики Калмыкия, мы стреляем на улице. Это мужчины 40 метров, женщины 30.